Всем здорово! Сегодня будем тестировать вот такой вот стабилизатор от компании Jiyun. Выбрал специально такое место, рельсы, то есть здесь у нас совершенно разнообразная такая поверхность. Ходить крайне неудобно, видно, что картинка нестабильная, она прыгает. То есть я сейчас иду, и вы сами можете заметить, что шпалы, они как раз таки делают картинку дерганой. И поэтому это, наверное, самый лучший вариант для теста. Конечно, я еще побегаю по ступенькам, как бы поподнимаюсь, поспускаюсь со ступенек. Это тоже достаточно четкий тест. Ну что ж, снимаю на Xiaomi Redmi Note 5. Сейчас иду, держу смартфон одной рукой. Сами понимаете, картинка не очень стабильная. Держу смартфон двумя руками, и картинка становится чуть поинтересней. Ну вот как раз-таки без стабилизатора видно, что все дергается, все прыгает, и каждый мой шаг, он отображается на конечном файле. Иду спокойным медленным шагом, и вот теперь попробую идти быстро, и давайте посмотрим. Держу смартфон двумя руками, понятное дело, потому что если держать одной рукой, то картинка будет вообще ужасной. Ну вот давайте одной рукой, вот она очень дерганая получается. Вот так вот все это дело выглядит. Снимаю с помощью специального приложения, которое позволяет снимать 4K, для того, чтобы можно было делать масштабирование в дальнейшем и проверять более четко стабильность работы стабилизатора. Ну что ж, переключаемся на стабилизатор. Так, ну что ж, переключились на стабилизатор. Здесь есть два режима. Первый режим — это жесткая привязка к горизонту достаточно. То есть я вот как бы его не вертел, он в принципе по сути держит, старается горизонт. И следующий режим — это когда он мягко следует за поворотом вашей руки. То есть вот этот режим, я поворачиваю, и видно, что он сбивается даже слегка с горизонта, смотрит наверх, вниз. Поэтому будем сейчас тестировать и в таком режиме, и в таком. Не говоря уже о других режимах, которые в этом стабилизаторе есть. Итак, первый режим с привязкой к горизонту. Вот как бы я не вертел камеру, я не знаю, вам будет ли видно, я сейчас ее верчу в разные стороны. Смартфон старается горизонтально сохранить плоскость, поэтому пройдемся медленно, не спеша. Вот я сейчас иду, и вы можете заметить, ну, слышать булыжники, которые я ногами перебираю, надеюсь, вам это слышно. И, в общем-то, я иду спокойно. Потихонечку сейчас перейду на быстрый шаг, для того, чтобы вы оценили тряску. То есть я ни капельки не амортизирую камеру, как это вообще, в принципе, должен делать каждый оператор. И давайте теперь попробуем быстро пройтись. То есть вот в таком экшен-режиме я камеру достаточно сильно болтаю. Никаких особых настроек. Ну вот мы дошли до середины пути. Ну что ж, теперь попробуем второй режим, в котором камера, скажем так, подпружиненно работает. Я назвал бы этот режим так. То есть она следует за вашими движениями руки, но более плавно, не так резко, как вы это будете делать. Ну что ж, включаем этот режим. И вот вы можете заметить, я могу в таком режиме поворачивать вверх-вниз, вот так вот, вбок. То есть, в общем-то, в тех положениях, в которых мне это интересно. Ну что ж, идем медленным шагом в таком режиме и посмотрим, как камера будет отрабатывать. Ну, сколько гимбал стабилизатор будет отрабатывать в этом режиме, спокойном. Просто прогулочный шаг, но по очень неравномерной поверхности. Как раз таки сложная поверхность для съемки. Ну и теперь быстрый шаг. Давайте посмотрим. Перешагиваю шпалы, максимально быстро иду. Динамичная съемка. И давайте посмотрим, насколько плавная будет картинка. We'll be right back.
следующего режима мне пришлось сойти с рельс, и давайте попробуем пробежаться с этим гимбалом. Такая легкая пробежка, никуда не спешим, то есть успеем еще ускориться. Посмотрите, насколько он стабилизирует. Довольно сильные прыжки, ну и теперь быстрая пробежка, динамичная. Это был режим, в котором гимбал старается поддержать горизонт, не следит за рукой. Ну и теперь давайте попробуем назад вернуться и попробуем пробежаться уже с режимом, в котором гимбал плавно повторяет все движения. Я думаю, что он должен быть, ну, более интересен, что ли. Так, пробуем пробежаться легонечко. Ну и теперь ускоряемся быстро. Так, ну и теперь, чтобы вы понимали, попробуем сделать то же самое уже без стабилизатора, то есть напрямую, как бы держа смартфон в руке. Бежим, легкая пробежка, тряска, держу одной рукой и бежим быстро. Очень быстро, стараюсь бежать, насколько это можно в тапочках. Ну, можете сами оценить качество картинки. Для любого стабилизатора, гимбала, самый жесткий тест — это спускание и поднимание по ступенькам. Причем это можно делать на полусогнутых, и это можно делать в очень жестких условиях, вообще не стабилизируя никак картинку. Поэтому сейчас мы проверим все на максимум жесткости. Никакой стабилизации, я просто поднимусь и спущусь спокойно и в быстром темпе на ступеньки. Итак, гимбал, часть первая, поднимаемся спокойно по ступенькам. И также спокойненько мы с них сейчас будем спускаться. Теперь делаем то же самое, только уже в ускоренном режиме. И также быстренько спускаемся. И так как у нас здесь есть второй режим, который позволяет чуть более плавно снимать, мы его, конечно, зажмем. Вот сейчас камера у нас поворачивается вместе с гимбалом потихонечку. Давайте попробуем спокойненько в этом режиме подняться. И спокойненько в этом режиме опуститься. И теперь быстро. Ну и теперь то же самое, но уже без стабилизатора. Поехали. Спокойно поднимаемся по ступенькам. Держу одной рукой. Ну, вы меня, кстати, в отражении можете видеть. Спускаемся. И теперь быстро. Что ж, ребят, вот я и отснял весь материал. Я, честно говоря, не знаю, что там получилось в итоге. Сейчас еще иду поснимать немножко спускание с лестницы и поднимание на лестницу. Подъем на лестницу, не знаю, как правильно.
Так вот, в этом режиме я еще тоже не знаю, как там он себя поведет. Но в любом случае вы можете сами оценить, насколько этот стабилизатор хорош либо плох. А я иду монтировать, и уже когда буду монтировать, я увижу, насколько он хорошо стабилизирует. Вот сейчас я просто иду обычным прогулочным шагом, и вы можете оценить. Наверное, ветер забивает весь звук. Ну, в общем-то, сами можете оценить, насколько он хорошо стабилизирует. Вот я верчу камеру в разные стороны, и без каких-либо особых режимов, никуда не нажимая, вот так вот он стабилизирует. Thank you.